Друзьяшки, привет! С вами Капанда, Капанда! Вы на канале Капанда, сегодня мы играем в Roblox, а Roblox у нас карта... Какая у нас карта? Бекери Пакери Танкун. Я не знаю, что это значит, мне кажется, это какая-то хлебопекарня. Вон она, видите, Бекери. И здесь вот такие всякие есть печенюшечки. Печенюшечки и велосипедиушечки всякие есть. О! Какой-то еще там дядька большой, с большим тортом. Так, ну вот у нас тайкун. Значит, мы здесь будем что-то строить. Так, вот это у нас будет плейс. Ага, нужно здесь затронуться, чтобы это была наша большая фабрика. Хопа! Все, наша фабрика. О, печунька моя, можно ее съесть? Хрома. Это что, наши денежки, что ли? Ура! 30 долларов! О, я богатею. У меня есть 30 долларов, 30 монеток. Что можно купить? Ты там, конечно, ничего не купишь. А нам нужно купить наш первый дроппер. Так, покупаем... Хоп, пекарню. И покупаем пекарню-дроппер. Хоп, ну-ка. Где наш хлебушек? Давай, выкакивайся. О, выкакался. Вот он, хлеб, смотрите. Буханочка наша хлеба пошла в пекарню, и здесь она жарится. Печется. Вы чувствуете, чем пахнет? Да, это пахнет свежевыпечатой булочкой. Да, это я ее спек. Точнее, мой дроппер. Так, что-то мы там еще могли купить? Ой, денежка, все за денежку. Так, они нам... О, уже 100 долларов нам принесло, 100 монеточек. Красотюлечки, пупулечки. Так, давайте посмотрим. Мы можем либо апгрейдить за 600 нашу печку. Точнее, даже это не печка, это вон у нас там печка. А здесь это, наверное... Тестомесилка, которая тесто месит, крутит-вертит. Яйца, молоко, муку, соль, перец. Туда все нам забодяживает. И отсюда потом вот у нас дроппер выкакуливает наши вот буханочки хлеба. Либо мы можем еще дроппер за 150 купить. О, конечно, давайте дроппер купим. О, нифига себе. Еще один дроппер. Давай, выкакивай хлебушек. О, вот он, второй хлебушек. Хлебушек полетел. И в пекарню в нашу. Красотулечки. Все, теперь у нас даже денежка будет больше копиться, да? Смотрите, 255 монеток, я богатей. Уже 300 почти, 285, 300, ура! Забираем нашу денежку. Так, а что мы можем еще купить? А мы можем купить вот этот дроппер. А он стоит 350, а у нас 345. Ой, денежку забираем и покупаем номер 3. Жмякаем, хлобысь. Ууу, фига себе, какого красотулечка. Ну-ка давай, выкакивай хлебушек. Эть, красотулечка. Где он? Ой, вот он, полетел. Вот он. И не все одинаковые, да? По-моему, все квадратные маленькие буханочки хлеба такие. Аккуратненькие, хорошенькие буханочки хлеба. Хе-хе, прикольненько. А я, знаете, что-то видел? Тут еще есть кнопка, можно пожмякать. Во. Во, смотрите, я жмякаю, и они вылетают. Буханки хлеба просто валятся оттуда. Ну-ка, можно посмотреть? Вот так вот, и буду жмякать. Эй, тихо. Вау, вон они, смотрите. Фига там яйца как крутятся, мутятся вместе с этим, с водичкой и с мукой. И все это так в одной мисочке крутится, мутится. И такие буханочки получаются миленькие. Смотрите, какие они клёвенькие. И печка наша здесь их жарит. Зажаривает наш хлебушек, вот она. И он продается и падает к нам в копилочку. Вот сюда, да? Ой, о, 1000! О, все мое. Все съем. Все забрал, все денежку. Так, а денежек у нас уже 1300. Вот, 1300 монеток, 1,3. Это 1300, значит. А что мы можем еще купить? Так. А мы ничего не можем купить. Стены можем купить за 250. Давайте апгрейдим наш конвейер. Ого! Смотрите, он какой стал. Ничего себе. Он какой-то стал такой... апгрейженный, полированненький, серенький. Быстрее, что ли, по нему хлеб? Ой! А у нас хлеб-то вылетает. Нам нужно стены купить, наверное. Смотрите, у нас вылетает. Так. Стены покупаем. Все. И теперь, наверное, не будет хлеб вылетать. Смотрите, сколько хлеба пропадает. Ну-ка, как его обратно? Столько хлеба потеряли, вы что? Хлеб всему голова, нельзя его терять. Ну-ка, обратно давай.
Попинаем. Во, во, во. Все, вроде весь запинал или вроде сел. Смотрите, такие стеночки прикольные. Все, вот она наша хлебарня. Хлебарня наша хлебарня. Хлебает и хлебает наш хлебушек. Хлебурненька моя. Так, денежек там уже 900 у нас. А что мы еще купить-то можем, а? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой, цены какие-то космические. Вы что, 2000? О, смотрите, можно еще дроппер купить за 500. Ну-ка, давайте купим вот этот вот дроппер. О, недорогой. Хочу недорогой дроппер купить. Лобысь. И покупаем. Эй, тихо, аккуратно. Что бы не купить-то? Что нам не надо? Хлобысь дроппер. Фига себе, да что такое? Что за кокулечки? А что он делает, а? Во, нифига себе, выкакал, смотрите, хлебушек наш родил. Прикольненький дроппер. Я еще хочу сюда такой же поставить. Вот сюда. Чтоб второй был. Так, а это что такое? Это его можно апгрейдить. 1500 стоит. 2000. Ой, что-то цены какие-то космические. Дорожку можно купить. Давайте дорожку купим. Хоп. Прикольненько, дорожки появились. О, и вместе с дорожками еще что-то появилось, смотрите. О, смотрите, у нас что-то есть в руке. А, скалка есть. Это, наверное, защищаться от врагов. Кто, если захочет похитить наш хлеб, своровать, мы ему скалкой по башке, по башке, хлобысь. А еще у нас венечки есть. Ууу, веничком, миксер такой. Прикольно. Фига себе, крутится даже, смотрите. Иху! Прикольно. Так, денежку собираем. И давайте что-нибудь купим еще. Сколько у нас? О, 2500. О, я богач. Стеночки можно за 1000 купить еще. Можно дроппер еще купить. Давайте купим дроппер. Хопа. Еще такая кокулечка появилась. Смотрите, теперь две кокулечки. Вон они, хоп, рожают наш хлебушек. Прикольненько, хлебушек печется. Вот она моя супер пекарня. Вот она моя пекарня. Мои мечты, красота. Ой, с этой стороны все появилось, смотрите. Тут какие-то оружия можно построить. Еще что-то, и двери можно построить. Нифига себе. Надо денежек, короче, копить и все покупать. Эй, тихо, запрыгивай, куда побежал. Я хочу купить вот этот. А, это апгрейджер. Это тоже апгрейджер, 1700. Ну а чё, давайте купим, чё такого нам? Чё нам стоит? У нас денежка тут копится, да? 1500 уже накопилось, да? Смотрите, вот она. Вот она, нифига себе, сундучок наш. С денежками, вот сюда всё. Мои сокровища, копится. Собираем. Пошли, чё-нибудь купим. Купить, хочу чё-нибудь. Я не хочу ничего апгрейджить, я хочу что-нибудь новенькое купить. О, ещё один дроппер. Вот, дроппер. Я хочу не апгрейживать, я хочу что-то новое покупать. Вот еще дроппер, еще 9000, нифигулечки, кокулечки. Столько денег, откуда у бедного панды столько денег-то, вы че? Второй этаж за 12000, обалдешечки, кокешечки, ничего себе. Какой-то финальный, последний апгрейживатель, 8000 стоит. А сколько у нас там денег? У меня 800 монеток-то осталось, это вообще жмана. Это вообще ни о чем, маленечко. Ой, 1000. 1000-то всего накопусилось у нас тут. Ой, какой-то парниша побежал, смотрите. Эй, привет, сосед. Ого, смотри-ка, печенюга здоровая. Вот это печенюга так печенюга. Вау. Как бы я хотел. Ой, да я в нее провалился, она мне по колено. Есть такая поговорка, на море по колено. А у меня здесь, мне печенюга по колено. Творю, что хочу, печенюга по колено мне. Хо-хо-хо. Прикольно, я в нее провалился. Велосипед там прикольный. Можно на нем покататься? А в нем там что? Какой-то батон, что ли, да? В велосипеде батон, что ли? Кто оставил здесь велосипед? Что за бабка-великанка? А на нее можно запрыгнуть, а? Покататься, дайте покататься. Хоть на педальку-то залезть. Что, нельзя, что ли? Кто-то хлебушек забыл. И велосипед такой клевый, велик-то, а? Я бы на нем покатался. Да что тут пройти нельзя? Так неинтересно. Ладно, пошлите денежку соберем, что-нибудь построим уже. Че тут? Ходить. Велосипеды всякие. Смотреть-то, да? Давайте. А сколько у нас тут денег? 4000 почти. Сейчас будет 4000 заберу. 4000. Ура! Копа! Забираем. Все, нолик нам остался.
И у нас... Ой! Противня, здорово, как дела? Да ты чё голый такой? Иди оденься хоть, срамота. Чё голый? Такую штуку. О, нифига себе, мы какой-то обогатитель купили. Смотрите, теперь наш хлеб. А, во, у нас были квадраты, смотрите, нормальный хлеб. Батон, наконец-то, смотрите, батон катится. Ура, надо было сразу его купить. А то мы банчем продаем какие-то квадратиши. Так, 5000 следующий стоит апгрейживать, да? Блин, такой дорогой, смотрите, батончик теперь у нас. Вот такой красивый. А, свежевыпечная выпечка. Только выпеклась, да? Так, 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 я хочу купить вот этот еще один апгрейживатель. Или вот с этой стороны надо поставить его как-то, чтобы еще вот эти квадраты. Видите, они же там рождаются у нас, выпекаются. И вот так текут сюда. А нам нужно, чтобы они через эти ворота проходили. Так, а у нас 3000. Две мы забираем. За 5000 я сейчас какую-то там штуку еще куплю. И жмякаем. Хоп. Во. Как я хотел. Смотрите, нифига себе, плюшки какие. Печенюги. Печенюшки к чаю. Красота. Прикольно. Вон они летят и пекутся, и продаются у нас. Как я люблю эти печеньки. Дайте мне одну, пожалуйста. Дайте одну. Ой, девчуля, привет. Как дела? Угощайся печенькой. Бери. Ага. Злая ты какая-то женщина, иди отсюда. Я печенька хотела угостить, а она меня палкой своей тыкнула. Фу, противная женщина. Кати, кати на лесопеде на своем. До свидания. Аривидерчи. Пока-пока. Так, денег у нас 3000. Мы что-нибудь можем купить? Мы можем стеночки еще апгрейдить. Вот. За 1000. Но я смотрю, у нас нормальные стеночки. Ничего у нас никуда не выпадает. Хлеб же у нас нигде не выпадает. Нет, все ровненько. Стеночки спасают его. Видите? Хоп. Об стеночки стукается и дальше катится. Так, что у нас тут стоит? Сколько? 8000, 7000. Ой, мне денег-то не хватает. Я бичую. А, вот, хочу... Ай! Я хотел этот конвейер купить за 4000. А что я купил? Вот... О, нифига себе, он выкакивает. Смотрите, какие штуки прикольные. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, ого, это что такое? Ну-ка, я хочу поразглядеть поближе. Ну-ка, давай, выкакивай. Фига себе, это какое-то что? Белое мраморное печенье, что ли, или что это такое? Прикольненько. Вон и булки наши там пекутся. Хе-хе. Веселуха. Все. Хочу вот эту штуку накопить за 4000. Сколько у нас денег там? Сколько денег там у нас? Ой! 3000. О, как раз 4000, смотрите. 4 нолика. Покупаем. И вот это обгрызывать. Нет, я хочу... А, это тоже апгрейживатель. Либо дроппер купить. Не, дроппер дорого. Вот такую штуку покупаем. Это не быстрее катятся. Быстрее типа катятся. Не, лучше бы я ее не покупал. Лучше бы я что-нибудь другое купил. Знаете, что я бы купил? А что бы я купил? 7000. И тут 7000. Да я ничего бы не купил. Что так все дорого-то, а? Прям как у меня в магазине. Что так все дорого? О, дроппер 9000. Вот на этот надо накопить теперь нам. Хочу накопить вот на этот дроппер. Сколько денег там у нас? А у нас... Ой, ёлочки-палочки. 2000-то только. Может, давайте что-нибудь другое построим красивое. Давайте вот 500. Недорого стоит. Хоп. Ого, это у нас такая дорожка продлилась, да? Прикольненько дорожка продлилась. Что еще можем купить? Стены можем купить. Ну-ка, купим стены. Хлобысь. Прикольно. Ой, что-то я вторую стену уже купил. Смотрите, теперь у нас уже более-менее на здание похоже. А то было что-то там, как в поле. Вот, теперь можно и по стеночкам ходить. Приколюшечки, хоп. Эй, перепрыгиваем. Вау, прикольно, можно по стенам бегать. Эй, тихо, я упал. Хоп. Ну, там дальше можно дальше пробежать. Ну чё, прикольненько. Думаю, первую серию буду заканчивать. В следующей серии мы обязательно продолжим строить нашу пекарню, да? Смотрите, у нас стены уже есть. Дропперов уже куча. Вон наши булки пекутся.
Вон наши булочки пекутся. А вы, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео от Капанды. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока, с вами был Капанда. Чао-чао.